Современная женщина, я считаю, должна быть такая же, как и всегда. Нежная, кроткая, красивая, с блеском в глазах. Привлекательная, преданная. Во все времена, я думаю, это ценилось мужчинами, я думаю. Особенно сейчас, кстати. Если вы говорите о современной женщине, то это как раз было бы очень... Мне кажется, уместно. Именно сейчас, когда очень многие женщины, особенно под замечательным западным влиянием, в общем-то, стремятся к какой-то так называемой независимости, раскрепощенности, вульгарности даже где-то, в какой-то степени. То есть считается даже модным быть вульгарным. Ну, есть такие, согласитесь. Ну, вот это, в общем, с точки зрения какого-то аттракциона. Это интересно, да. Но с точки зрения, скажем, настоящих отношений, любви, там, то боюсь, что это не тот путь, который нужен действительно мужчине. Ну, тот, который, тому, который ищет женщину, а не просто развлечений на там, 15, от 15 минут и больше.